Вы точно знаете, что такое букмекерская контора, но знаете ли вы ответ на вопрос, можно ли в ней заработать? Если вы ответили нет, вы правы, а если да, то мы объясним, почему это невозможно в обычной букмекерской конторе и стало реальностью на нашей платформе. Принимая ставки на спортивные события, для простого примера мы возьмем теннис, где вероятных исходов всего два. Аналитики рассчитывают шансы на победу участников, и, к примеру, они составляют 50 на 50, то есть равный шанс победить у каждого из игроков. Коэффициент в таком случае должен быть 2-0 против 2-0. Но букмекерская контора хочет зарабатывать на вас, поэтому и появляется термин «маржа», который вводит комиссию на каждый коэффициент средним равным 5-8%. Из-за этого вы получаете коэффициент 1.90-1.85 в зависимости от конторы вместо двух. Предположим, вы сделаете 100 ставок и выиграли 55 матчей. Думаете, вы заработали? Мы вас разочаруем, но нет. На дистанции в 100 матчей вы потеряете примерно 38-52% от вашего банка. Почему? Ответ простой. Это маржа. Игроку невыгодно играть. Обычный букмекер зарабатывает в любом случае. Практически при любом исходе на дистанции он заберет ваши деньги, как и казино. Игрок всегда проигрывает обычному букмекеру. Мы изменим это, снизив маржу в нашей букмекерской блокчейн-платформе InBet.io до 0.5-1%. Таким образом, при равных условиях мы увеличиваем коэффициенты до 1.99-1.98 против аналогичных, что при выигрыше в 55% матчей принесет вам плюс 22% от вашего банка. Мы введем настоящую, честную и правильную реферальную программу, которая будет выплачивать деньги за каждую ставку вашего реферала и не будет отнимать у вас деньги, когда ваш реферал выиграл, как это сделано в обычной букмекерской конторе. Мы введем ридбэк, который будет накапливаться, когда вы делаете ставки и который вы в любой момент сможете перевести на ваш основной счет. У вас не будет блокировок по подозрению в вилках, нечестной игре или других случаях, когда вы выигрываете, потому что на дистанции это не вредит платформе. IBO токен вырастает в стоимости от любого исхода. Помимо этого, только представьте, насколько условия хороши для обычного игрока, а это означает приток новых игроков при ограниченном количестве токенов, что безусловно будет увеличивать их цену. Таким образом, пока вы поставили один токен, равный $1, и ждете окончания матча, вы получите в перерасчете 2 токена, уже равным $4, просто за счет роста курса нашей монеты, которая называется IBO, I bet on, в переводе на русский «я ставлю на». А чтобы оказаться в числе первых счастливчиков и иметь шанс не просто играть и выигрывать, но и хорошо зарабатывать на криптовалюте, купите токены во время нашего летнего pre-ICO и двух этапах ICO, которые пройдут осенью. Посмотрите наш сайт, прочитайте white paper, чтобы сполна понять идею и инновации, которые мы с ней приносим, и сделайте правильный выбор. В этом видео рассказано всего лишь отчасти отличий вашей букмекерской платформе, сделанной игроками для игроков InBet.io, единственный честный букмекер.